2015 году будет хозяйничать огненная красная обезьяна. Оттого и встречать королеву праздника нужно в ярком наряде. Шикарное платье, макияж и, конечно, прическа – главные составляющие безупречного образа. Хейр-стилисты советуют новогодний вечер отдать предпочтение воздушной укладке. Многие привыкли делать голливудские локоны. Знаете, они уже уходят, наверное, уходят в далекое прошлое. Поэтому давайте с вами посмотрим, что можно сделать из тех же локонов, если их накрутить и немножко присобрать. Какие варианты могут быть? Для того, чтобы локоны получились объемными и пышными, накручивать мы их будем на плойку с крупными насадками. Но для начала нам нужно поделить волосы на пряди. Не забывайте закреплять волосы лаком, желательно с сильной фиксацией, чтобы прическа не распалась во время танцев или в другой неподходящий момент. Итак, мы накрутили волосы, мы создали основу базы. Что мы сделаем сейчас? Мы сейчас распустим волосы, посмотрим, как легли локоны и покажем, как это будет смотреться красиво в распущенном виде для начала. Полученные завитки желательно закрепить заколками и подождать, пока локоны не остынут и плотно не зафиксируются. Но не перестарайтесь со стайлинг-средствами, иначе ваши волосы получат эффект склеивания. Сейчас мы разбираем немножко наши локоны. Мы их формируем. Не старайтесь выпрямить или сильно прочесать локоны. Почему? Потому что если вы их сильно расчешете, вы можете удалить немножко завиток. Если вы желаете собрать волосы, но при этом не потерять женственный и праздничный вид, то следующий вариант укладки предназначен для вас. Мы отделяем с вами зону челки, немножко тупируем волосы у корневой части. Придать объем необходимо затылочной зоне. Сделать начес нетрудно, даже дома. Достаточно запастись лаком и специальной расческой. Берем боковую часть волос. Закручиваем. И вытаскиваем легкие пряди. И фиксируем на затылочной зоне. Закрепить локоны можно невидимками или другими украшениями для волос, например, ленточкой или цветком. Но не забывайте, что главное правило в выборе укладки – гармония. Прическа должна не только подходить форме вашего лица, но и завершать общий образ. Мадина Жанузакова, Роман Ван, Михаил Волобуев, Жанна Кун.